В ночь 6 на 7 января в храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор с детьми присутствовал на торжествах в кафедральном соборе в честь иконы Божьей Матери Оковецкой в Оржеве. А 7 января Игорь Удыни, митрополит Тверской Кашинский Сава поздравили с Рождеством воспитанниц православного детского социально-реабилитационного центра «Родник» при Вознесенском женском Оршином монастыре и учеников епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского. Дети епархиальной православной школы представили спектакль «Волшебные подарки». Гости оценили артистизм детей и глубокий смысл поставленного спектакля. Мы вот уже несколько лет приезжаем к вам, приходим к вам на светлый праздник Рождества Христова, и с каждым годом вы нам дарите все новые подарки, новые спектакли, новые постановки. И делать это настолько тепло, сердечно, откровенно, что, вы знаете, мы погружаемся в атмосферу настоящего праздника. Смысл этого спектакля тоже заключается в том, чтобы делать добро людям и постоянно трудиться. Поэтому хотел бы пожелать вам, чтобы по жизни вам сопутствовали те люди, которые будут всегда вместе с вами созидать. Чтобы вы сами были созидателями, чтобы вы любили нашу Родину, чтобы вы любили свой город, свою область. После чего губернатор посетил православный детский социально-реабилитационный центр «Родник» при Вознесенском женском Оршином монастыре. Его воспитанники по традиции подготовили праздничный концерт. В завершении губернатор Тверской области Игорь Удыня вручил рождественские подарки первоклассникам.